Матвейка? Матвей! Ты перед мамкиным носом двери закрываешь. Друзья мои, всем приветики. Ой, собрались девочки. Вышли на улицу. Такая вот у нас погодка. Снежок пролетает. Сына, не убегай. Мы хотим съездить до магазина. Надо Дане купить какие-то сладости с собой. Потому что он завтра уезжает. Завтра парень у нас в лагерь уедет на целую неделю. Вот так вот. Матвейка, аккуратно иди. Снег подтаивает и подстывает. Такая вот скользкая дорога получается. Так что сейчас прокатимся, купим конфеток, печенье, что-нибудь такого. Куда съездил? Мы бутылку с собой не взяли. В доме, да. Сейчас приедем, съездили по магазинам. Все. Сегодня Матвейку мы с собой в магазины не брали. Да? Вон магазин парень хочет. Все, я говорю, не надо ходить. Ну, заезжали вон светофор. Не скажу, что много народу, но ходят люди. Так что сейчас домой едем. Давай сюда конфетку, говорю, фантик. Все, уже конфетку дали, с магазина приехали. Марина тут обедает. Марина, приятного аппетита. Ну, покажи, что за конфетка-то. Ай, какая вкусняшка, да? Целую пачку взяли. Ну, что, набрали полные пакеты. Пакеты. Марина у нас лук кушает. Марина, молодец. Лук, чеснок, лимоны. Надо лимонов, кстати, я вот забыла про лимоны-то купить. Надо было лимонов купить. Так что, Даня, разгружай и смотри себе ложь. Конфеты, печенье, что тебе надо на завтрашнюю поездку? Скажи, братик, бери себе вкусняшки на неделю. Да, мама сейчас будет распаковку делать. Вкусняшки бери, говорит Матвейка. Вот, Даня наберет себе. Набирай, выбирай, налаживай. Печенье, я думаю, упаковку ты вот эту цельную возьмешь прям. Смотри. Нет, а что ты скромно так ложишь? Всех по две конфетки, главное. Яблоки. Будешь брать яблочки? Не хочешь? Не знаю, я бы набрала на неделю-то. Бери. Складывай все. Вот эти конфеты, полпакета вот так надо. Открывай. И полпакета. Вот так. Побольше. Я бы вообще сладости не стала брать, если не тебе, не тебе не в лагерь. Так что, ну. Халу хочешь? Нет. Не хочешь? Нет. Так что завтра провожать будем сынульку. Да куда? Куда? В 8 часов ты проснешься? Ну, надо узнать, во сколько. В 8 ли ехать-то тебе? 8, как всегда. Думаешь, 8? А как всегда. Сумку собрал, все, да? Угу. Ну вот, девочки, на неделю уедет ребенок. Мамка скучать будет, сынулька. Шоколадки? Шоколадки распечатывай. Ну, так что... Ну, сказали, что вас там будут 6 раз кормить. Так что, поди, не замрете. Но все равно сладости-то. Сладости, печенье надо с собой взять. Так что... Так что вот так. Кто в животике живет? Ляля живет? Что Ляля делает? Что она делает, Ляля? Она там играет? В животике-то? Мама отдыхает, Ляля играет. Прилегла отдохнуть мамка, да? Матвеечка играет игрушками. Сына, ты игрушками играешь, да? Не захотел спать, мама сказала, ложись спать. Марина. Кто там? Марина. Марина? Марина.
28 недель. Я думаю, видно. Давай собирай игрушки-то, а? Матвей. Никак не хочет спать. Со слезами, слезы горючие лил. Не буду спать. Что? Домик хочешь строить? Складывай игрушки. Мама хочет перестановку сделать. Хочу, девочки, вот этот комод. Комод отодвинуть, стол отодвинуть. Оборвать обои. Поклеить вот эту сторону. Стол убрать отсюда. Сдвинуть комод. И кроватку поставить. Да? Кроватку поставить. Ну, порядки немножко навести. Это лялины игрушки. Ты ж не маленькая ляля. Ты же не маленькая ляля. Мами. Так что жду мужа. Сейчас должен привезти клей. И начну я этим заниматься. Матвейка будет помогать маме? Будешь маме помогать обои отрывать? Потому что надо, девочки, надо мне навести порядки. У меня скоро придет посылка, у меня будут новые шторы. Я надеюсь, они мне подойдут сюда. Это надо будет убрать, освежить. Потолками надо будет заниматься, ну, хотя бы сейчас вот помаленьку. Потому что животик нам делать ничего не дает, да? Не дает ничего делать животик. Вот так вот. Детский уголок готов. Я поклеила обойчики. Поставили комод и поставили кроватку. Это комплект был куплен Матвейке. Я, девочки, ходила с животом. Был октябрь месяц. В октябре месяце. У нас сейчас как раз, ну, завтра 1 ноября. Получается октябрь, но рожать не получается в январе. А Матвейку я родила в ноябре. Он у меня родился 13 ноября. И получается, я заказала, я в сентябре заказывала, в октябре мне привезли вот такой вот комодик беленький и такую вот кроваточку. Ну, почти мы в ней не спали, потому что Матвейка наш, пока только родился, не понимал, маленько-маленько спал в кроватке. Но сейчас он, конечно же, понимает. Видели, девочки, да? В доме 2 у нас стоит кроватка. Мы сделали специально ему... Убрали эти палочки, чтобы он залазил. Спать ложился ребенок. Но спит он только днем, получается. Так что, я думаю, получился светлый уголок, в принципе. Не знаю, мне нравится. Мне нравится. Самое главное, девочки, чтобы было чисто. Так что, это самое главное. Вот. У нас, правда, рисунок. Получается, рисунок-то здесь собачка. И поставили этой стороной. Ну, потому что вот эта сторона у нас как-то вот так вот она опускается как-то. В общем, а та сторона не опускается.
И удобно получается подходить, потом ложить ребенка. Так что потихоньку, помаленьку надо делать. В общем, одна сторона наклеена. О, заговорила, девочки. Подустала, конечно. Подустала. Живот твердеет. Ну что делать? Потихонечку, помаленечку. И все сделается. Так что протираю пыль. Сейчас допротираю. Здесь у нас повешается наша Матвейкина рамка с фотографиями. Рамочка. Фотографии, наверное, поменять, что ли? Эти фотографии не под стеклом, и они немножко отцвели. А вот которые под стеклом, вот здесь нормально. Так что сейчас допротираю. И в дом 2 пойду. Это чем ты тут занимаешься? Ну вот, пока мамка занималась обоями, а ребенок тут был с Даней. С Данечкой мальчишка был, да? Даня сегодня с тобой наигрался, завтра в лагерь уедет. Будем провожать брата. Да. Он занят. Кого ты тут строишь? Домик сделал, подавать. Ты домик строишь? Папа сейчас тебе водичку нагревает. Там она нагрелась уже, наверное. Вот. Будешь купаться-то? Сегодня в том доме не искупались в ванной? Дома. Дома? Здесь будешь купаться дома, в тазике, да? Угу. Все. Так проходит вечер. Да. Вот спал бы ты. Тут, девочки, вот кроватка стоит старенькая, правда. Там у нас, получается, у Матвейки комплект новый. Я покупала его. Ну, я уже рассказала, когда я его покупала. А эта кроватка досталась нам от сестры. Ну, что? Новое мы ничего покупать не будем. Хотя я так люблю новое все. Для каждого ребенка хотелось бы новое. Но после Матвейки у нас остался комплект. Получается, комод, кроватка. Не знаю, кто у нас будет спать. То ли Лялька будет спать, то ли Матвейка будет спать. Кто будет в кроватке спать? Матвейка. Ты будешь спать в кроватке? Что-то мне с трудом сына верится, что ты будешь спать в кроватке. Ну, он сегодня и в кроватке поспал, и на диване поспал. Потом опять залез в кроватку. Немножко нет, поспал. В смысле, днем? Ночью. А, ну ночью-то. Ну, он вчера с тобой уснул, здесь на маленьком диване. С папкой спал. Ты куда полез под диван-то? Ты чё? Машину. Машину. Сейчас папа достанет тебе, не плачь. А папа, ты чё, под диван? Нормально. Папа. Он туда залазит до самого конца туда. Да, а потом чё? Задом потихоньку вылазит. Ой, вот так вот, ладно. Работайте здесь. Скажем всем пока-пока. Помаши ручкой. Матвейка накупался. Котечки купать. Ням-ням, котечки. Конфетки покупать. Ты сегодня кушал конфетки? Кушал, да. Помаши ручкой. Скажи всем пока-пока. Всем пока-пока. Конечно, время-то уже 8 или уже 9. Не, я не посмотрю. Нет, все. Сыночка, вот так мы открываем холодильник. Тут лежала шоколадка в холодильнике, он достал. Ну-ка подожди, смотри, смотрят на тебя, смотрят. Достал шоколадку? Я говорю, ты где взял? В морозилке. Все, не балуйся. Не балуйся, все, хватит. На бутылочку, беги с папой спать ложись. Все, отдыхайте, у мамы еще стирка стирается. Все, мама сегодня приготовила уголок для малыша. Да? Все, приготовили. Ну, пока у нас там сестра, так что у нее малыш будет, не будет спать в кроватке, но днем хотя бы все равно положит, потому что так удобно стало. Не знаю, муж был против почему-то, что поставить кроватку именно вот так вот, как мы ее сейчас поставили. Мешать будет. А очень даже удобно, потому что, получается, на диване спишь, ребенок в кроватке, кроватка у нас качается с маятником. Хожу, девочки, в полотенце еще. Монтировала видео на простую жизнь Ольга Заурали. В общем,
немножко вставила здесь тоже по кусочкам, как я обои клеила, девочки. Да, перед этим показала живот. Живот, девочки, вот так вот уже, я думаю, видно. Ну, момент, как бы я момент поймала, вроде бы, когда вот так вот сильно шевелится живот, ничего не можешь делать, ничего не хочется. Лежишь и думаешь, о, потому что такие шевеления, как футболист там сидит. Пишите, девчонки, во сколько у вас начались такие футбольные, на каком месяце футбольные такие шевеления? Ну, у нас, я вот не помню, с парнями, ну, как-то вот уже подзабылось, конечно. Может, кто-то, может, еще помнит. Ну, я вот помню, Виталию мы все, он у нас парень икал, кто-то даже рассказывала, девочки, кто-то писал, не может быть. Кто-то написал, что тоже ребенок в животе икает. Посмотрите в интернете, ребенок в животе может икать. У нас из всех детей Виталя икал в животе. Муж, США, иди сюда, пожалуйста. Потому что некоторые не верят, быть такого не может. Говорят, даже ребенок плакать в животе может, и мать может слышать, и окружающие могут слышать. Ну вот иди сюда, вот так вот. Я как так? Вот так. Я не в форме. Вот, лицо твое нужно. Да. Тебе мое лицо нужно. Я про другое хотела сказать. Вот смотри, у нас Виталя, помнишь, когда я ходила беременная, Виталя в животе у нас икал? Или ты не помнишь? Помню. Помнишь? Только это, если у тебя живот холодный, все, начинал икать. Я открываю живот, и живот замерзает, и ребенок начинает икать. И муж даже слышал, что я не вру. Потому что, знаешь, кто-то написал, да быть такого не может. Сочиняешь, Ольга, да все, да. И про шевеление, когда рано шевеление начинается, ты уже, как говорится, чувствуешь, понимаешь, ну, люди не верят. А сейчас, вот сегодня, наверное, когда посмотришь, я там видео, живот снимала, прям так чик-чик-чик-чик. Ну, муж руку ложит. А что, думаешь, тоже не кает? Нет, я говорю, шевелится, как футболист. Так я знаю, по руке бьет. В руку, как отцу, как стукнула пяткой или чем-то. Но я тут лежу однажды, да, такой прям толчок. Я думаю, куда-то там под ребро. Ну, еще маленький, конечно, ребенок. Но уже так это прям бойко. А когда подрастет, в 30 недель надо будет же ехать на УЗИ. Ну, я надеюсь, все будет, слава богу. Сегодня у меня был комментарий, девочки. Муж прав насчет того, что ты переживаешь там, да, и что не надо ходить. И вообще, как вы без штампа ходите на улицу? У меня вообще глаза на лоб. Что значит без штампа? Ну, штампуйтесь, пожалуйста, если вы хотите. Мы за здоровый образ жизни. Я не против прививок. Я всех детей своих, конечно, прививала. Мы прививались. Вот. Но против вот этих прививок, против вот этих вот всяких штампов и принудительства. И что беременные, кормящие и, как говорится, ладно, про другие категории не буду говорить. После, как говорится, человек после кормления грудью, и он сам решит, ставить ему прививку, не ставить, но сейчас, получается, принуждает. А ходить по улице из дома в дом, я думаю, это не страшно, и гулять надо ходить, надо иммунитет как-то, как говорится, зарабатывать, потому что если плохое питание, нет свежего воздуха, и что, человек начинает чахнуть и болеть, точно так же и дети. Когда ребенка кормят правильно, гуляют с ним, ребенок закаляется и меньше болеет. Так что, девочки, я за здоровый образ жизни. Так что на этом я с вами, наверное, попрощаюсь, девчонки. Все. У меня еще стирка сейчас отстирается. Развешаю стирку, и мы будем отдыхать. Сейчас еще видео смонтировать. Все. Всем пока-пока. До скорых встреч. Всем спокойной ночи.